сюди не запрошені, не чекали нас тут. Машин двері свої запорошені, нам не випадуть з рук. Машин двері, штурм гевери, відкривай мерзота двері. Ми прийшли вже, гея, гоя. Ми прийшли вже, гея, гоя. Здравствуйте. Здравствуйте. А когда же, наконец, ваша фамилия станет реальностью? Моя фамилия досталась мне от предка моего. Ну, нет, в смысле, я понимаю, что от предка. Когда все-таки она воплотится в реальность? Когда тебе же наконец-то Кулибин хуев пальцы оторвет, и ты станешь наконец-то беспалым? Не дождетесь. Дождемся, Саша. Как приятно, когда враг. Сашенька, дождемся. Обязательно. Вашими молитвами я долго жить буду. Не воспаляйся, Саша. Ну что ты уже воспалился, куда уж мне? Да я-то что, я-то спокоен, как удав, Саш, ты что? Не дождешься. Это замечательно, когда это враг... Отлично. Обиженный вот так вот говорит. Это великолепно. Обиженный. А с чего ты взял, что я на тебя обиженный? Ну, это же видно. Ну, в чем это заключается? Ну, видишь ли, в чем... Давай, не будь голословный, давай. Не буду голословным. Смотри. Самая главная ваша надежда на то, чтобы мы не сопротивлялись. Как только мы начинаем сопротивляться, вы сразу обижаетесь. А где вы сопротивляетесь? Где вы сопротивляетесь? Рассказываете про мышебратство. Саша, где мы обижаемся? Где, вернее, вы это воспаляетесь? И где вы начинаете давать нам отпор? Вот это самый главный аспект. Ваша рашка, вот если ты расскажешь, завязла в этой рашка. Войне. Ваша Хохляндия погрязла в этой войне, Саша. Мы защищаемся, погрязла. А вы в ней завязали. Нет, вы нападаете на народ Донбасса, Саша, вы нападаете. Народ Донбасса – это такой же миф, как народ улицы Клочковская или народ улицы Сумская. Это такой же миф, как же народ таки, Украины. Смотри, народ Донбасса, посмотри просто правде в глаза. Обрати внимание, ведь когда какой вы говорите Донбасс, правде? Ну послушай меня, какой я правде, про... мою правду послушай, посмотри на мою правду. Давай, ладно. Ты говоришь Донбасс, на самом деле Донецк и Луганск оккупированный, это огрызок от Донбасса. Это достаточно узкая полосочка территории вдоль российской границы. Саша, мы исправим это. Исправим обязательно. Что, пойдете ты, что ли, пойдешь минометным мясом? Этот огрызочек станет шире немного. Я посмотрю, что это так вот с землей запахло. Саша, имей терпение, Сашенька, имей терпение. Все будет, не переживай. Я сразу понял, что с землей запахло. Ты откуда? Ну, понимаешь, это избитая фраза, Саша. Если ты пытаешься меня зацепить вот этими фразами, вы чернозем, вы удобрение, ну, точно, меня это уже давно не цепляет. Знаешь, разговаривающее удобрение. Давно не цепляет. Не выдавливай из себя смех. Кстати, Саша, я тебе уже до этого говорил, что ты похож на Гринча. Такое, знаешь, такое существо зеленое, такие с мохнатыми пальчиками, беспалыми. Гринч. Вот твоя улыбка, хорошо, это вылитый Гринч, правда. Это плохо, Саша. Слушай, вот чудо, ты такой, а такой, как такой, тебя зовут, откуда ты? Сказочный персонаж. Откуда ты? В смысле чудо. Чудо, откуда ты? Я не знаю, откуда чудо, а я не важно откуда. Чудо чудес. Хорошо, зови меня чудо чудес. Хорошо. Это Мальцева. Кто? Мальцева. Кто? А кто? Подожди, кто такая Мальцева? Не важно. Не бери в голову. А, ну не важно, ну не бери в голову. Не знаешь, понятно, не бери в голову. Не знаешь, о чем поговорить, лучше молчи, Саш. Вопрос есть у тебя? Давай, так сказать, по-интересному. Вопрос есть интересный у тебя?
Я тебя жду вопросов интересных. Слушай, пока только три буквы услышал. Я отдыхаю. Я сегодня целый день работал. Ну куда мне? Что мне тебе спрашивать? Ну подумай, Саш, тогда сам. Такая есть синяя кнопка далее, Саш, сливайся. Я так и сделаю, потому что ну нахрен давай. Ты нужен. Но, с другой стороны, смотри, как интересно. Ты еще не все? Ну, я ж... Зачем ты меня перебиваешь? Ну, потому что тебя стоит перебивать. Нет, я не дам нет? тебе это делать. Ну, как ты не дашь? Ты мне можешь только звук выключить, но будет твой слив защитным, как послушай говорится, Саша. Послушай меня, ты вот это детство играешь вот этими сливами. Будешь меня перебивать, что? И потом будешь мне рассказывать там про сливы какие-то. Это же хорошо... Что вы так хорошо, на меня что? Реагируете? Куда ты подсматриваешь? Что вы на меня так реагируете? Ну, на кого? На Сашку Беспалову. Нет, вот не это... надо меня Сашкой называть, а то я тебя переключу. Да я жду этого. Я жду этого, Сашка. Молодец, дождешься. Назови меня еще раз Сашка, я тебя нахрен переключу. Ну хорошо, давай я подожду немножко. Пока. Так вот смотри. Куда еще смотреть? Раз. Куда правде в глаза смотреть. Куда? Смотри правде в глаза. Неправда. Так ты же неправда. Саш, у тебя командный голос хреново говорю. Построен. Слушай, я ж не командир. Ну какой из меня командир? Я микросхему вот так пальчиком погладил. Сказал, хренов кулибин. Взял два РПГ, смотал скотчем и все, да? Послушай меня, ты повторяешь бред, который тебе рассказывают. Да в смысле ты, понимаешь, вот если ты меня не помнишь, конечно, я такая серенькая мышь такая, ну, бледная. Ты фигня не... какая-то. Да подожди, не перебивай, херня это ты. Ты смотри, ты хвастался мне какими-то своими изобретениями. Какие изобретения, по сути? Ну, ты знаешь, что такое метод Беспалова и как он вас будет превращать в черноземик? Все уже, да? И тут товарищ майор переключил.